Ребята, привет всем! Вы на канале Частный дом. Сейчас я хочу рассказать то, что я построил забор. Сейчас хочу вам показать. Вот так он выглядит. То есть я когда работал, я не совсем подробно, может, рассказал. Вот так вот все выглядит. Вот то, что сквозные пескоблоки, еще раз вам говорю, ребята, то, что из них можно строить небоскреб до 100 этажей, то есть у него возможность армирования, поэтому смотрите, вот так я, получается, уголки вывел, а это у меня то, что было, поэтому сюда мы ложим доску, здесь мы отверстие сделаем и закручиваем болтами, то есть закрутили болтами, предварительно их, конечно, резинкой сетовали, чтобы они в дальнейшем от ветра, чтобы они не откручивались, эти гайки, поэтому лучше с амортизацией сделать их. Вот, ну вот так вот все выглядит, то есть уже вот смотрите, вот такой панорамный получается вид, такой панорамный. Вот. То есть плюсы их большие, то что вот у меня косогор, соответственно, грядки я вам показывал, вот у меня получается две грядки, очень удобно. То есть сверху ты, получается, поливаешь шлейкой, а снизу ты можешь траву свою щипать, там, вот эту, ну, скажем так, сорняки щипать. Очень удобно это. Вот в таком положении спина не болит, ничего не болит. В общем, супруга довольна. Так, в дальнейшем какие вот у нас планы, ребят? Так, здесь вот, я вам тоже показывал то, что висячий забор хочу сделать. Вот я уже, получается, арматуру кинул, приварился. Вот сейчас первый ряд кину и тоже 4 ряда положу. Какие наши вообще ждут? Скоро я, ребята, буду строить дом. Дом буду строить. Пристрой, получается, к дому. Совсем по новой технологии. Абсолютно новая технология, которую разработал, скажем так, лежа на кровати, думая об этом. В общем, это я тоже вам выложу все на видео, то есть вы, то есть дом, получается, то есть зимой будет очень тепло, а летом будет прохладно в этом доме. То есть он будет из таких материалов сделан, настолько все это будет дешево, и сам фундамент, и само строение стены, это будет очень экономично, дешево и в то же время тепло, и в то же время надежно и на долгие несколько столетий. Вот так, вот так вот, наверное. Ну, не побоюсь этого слова сказать, то что очень будет дом на самом деле, ну, скажем так, долговечный. То есть из таких материалов, как и из полистирол-бетона, как из блока. То есть я покажу, наверное, скорее всего, то, из чего можно сделать. Можно будет сделать из пескоблока, из полистирол-бетона этого. То есть какой есть у вас непосредственно блок в вашем городе. То есть, смотрите, вот у меня вот так вот, да, то есть, почему здесь нету, да, допустим, забора. Здесь у меня будет, то есть, получается, на второй этаж будет сюда вход, ну, как сказать-то, будет такой, скажем так, навесной, получается, мостик будет, на второй этаж будет. Здесь у меня будет второй этаж, получается, я 5 метров от дома, получается, у меня уходит, и потом будет... Так, 8 метров получается сюда будет. От этого угла 8 метров сюда будет. От того угла получается дальнего 2 метра. И вот это все будет замыкаться. То есть этот мы запроектировали дом с супругой. То есть супруга запроектировала. Я непосредственно, как сказать-то, только утвердил это. То есть... Ну, хотя я не знаю, кто утвердил. В общем, скорее всего, супруга утвердила. Я, в общем, одобряю все ее планы, проекты. Моя задача была сделать, как это сделать экономически, чтобы выгодно было и в то же время надежно.
по новой технологии абсолютно никто не строил вообще, так как я хочу построить. Поэтому я, ребята, буду делиться всеми своими знаниями при постройке дома. То есть, ну, вообще все буду показывать поэтапно. Это ближайшее, то есть лето получается. Вот это лето, то есть июнь и июль будет. Ну, я его, наверное, скорее всего, поэтапно, как я фундамент непосредственно делаю, как я его делаю теплым, все тоже буду показывать, все рассказывать. Ну, в общем, такие дела. Насчет бассейна. Насчет бассейна тоже хочу рассказать, как непосредственно бороться с этой плесенью, с этой зеленкой, с этими... Как ухаживать за бассейном. Это я тоже, ребята, покажу вам все. Откатная крыша, все работает, все хорошо. Вообще, я доволен результатом. В общем, откатная крыша у меня также все заходит без проблем. То есть, все хорошо, все получилось. Так, ну, в принципе-то, ну, ждите новых роликов. В общем, я с вами, и этот канал будет работать. Ну, в общем, будет работать и приносить пользу вам. Ладно, ребят, всем пока.